Другим темам. «Сердце, в котором умещается степь». Под таким названием прошел онлайн-доклад в областной библиотеке имени Сабита Муканова, посвященный столетию со дня рождения казахского поэта Жубана Молдагалиева. О жизни и творчестве поэта узнайте в материале Алишера Ашимова. За 50 лет своего творчества участник Великой Отечественной войны Жубан Молдагалиев написал немало лирических стихотворений и поэм. Среди них «Песня песни», «Орлиная степь», «Сель, я казах». Последняя вышла в 1964 году. Произведение актуально и по сей день. В нем автор рассказывает о судьбе родного народа, о его трудностях в советское время. Мен казахпын, мың өліп, мың тірілген, жүргегімде таныстым, мың тілімен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Міне бұл ұлтым шынайы пейілмен. В этой поэме автор очень хорошо показал свою любовь к родному народу. Переживал вместе с ними и с огромным желанием. Хотел помочь преодолеть все трудности и невзгоды. Жубан Молдагалиев проявил себя и в переводческой деятельности, работал с произведениями Пушкина, Лермонтова и многих других. На многие языки народов СНГ переведены и его сборники. Некоторые вышли в свет на английском, немецком, арабском, испанском, польском, монгольском, французском, венгерском и других языках. Все стихотворения и поэмы написаны на патриотическую тему. Есть и такие, которые воспевают судьбу и мудрость народа. За поэмы «Орлиная степь» и «Сель» поэт получил государственную премию СССР, а книгу «Разбившие оковы» отметили государственной премией имени Абая. Алишер Ашимов, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.